Футбол и в Америке станет одним из самых любимых видов спорта. В это верит Матвей Черкасский. Как показал последний чемпионат мира по футболу, этот вид спорта становится в Америке все более популярным. Но для того, чтобы американцы стали в европейском футболе столь же сильны, как во многих других видах спорта, футболистов надо воспитывать с малых лет. А для этого нужны спортивные школы и опытные тренеры, такие как Матвей Леонтьевич Черкасский, в прошлом нападающий одесской команды «Черноморец», затем играющий тренер, а ныне тренирующий пенсионер. Впрочем, слово «пенсионер» с ним не вяжется. Матвей Леонтьевич, сколько лет вы занимаетесь футболом? С 4 лет. 43-й год, февраль. В бою под Ленинградом 19-летний Матвей Черкасский ранен разрывной пулей в ногу. В госпитале предлагают отрезать ногу. Категорически отказался. Выдержал 10 операций. С тех пор одна нога короче, ее подвижность ограничена. А в 45-м он уже на футбольном поле в родной Одессе. Тот без руки, тот на костылях, тот я на палочке. Кем из своих воспитанников вы особенно гордитесь? Буряк такого, вы знаете. Беланов, вы знаете. Паркуян. Вот этот. А еще он тренировал Каневского, Лобановского, Базилевича. До какого возраста вы будете с футболом? Я пока мисс не умру. Говорят, нынешние воспитанники Черкасского. Хороший тренер был. Он нас все учил. Леша постарше. Из-за него я хорошо играю. Более взрослый ученик Черкасского Дэвид Фиготин. Мой тренер, это как мой второй отец, дедушка. Смотрите на него, сколько ему лет, смотрите, какой он фигуре. Дэвид говорит, что когда у него будут сын или дочь, он хотел бы, чтобы они тоже полюбили футбол и чтобы их тренером был Черкасский. Я Матвея очень люблю, очень-очень сильно. Его все любят, его нельзя не любить, это такой добрый человек. Он все, что может сделать, он сделает. Очень добрый человек. Это не как тренер, это просто как человек. А как тренер вообще супер. По словам Черкасского, продлил ему годы жизни, взяв его волонтером в школу, тренер команды Александр Розенштраух. Черкасский зорко следит за юными игроками. Иногда делает замечания, поправляет. На поле держится уверенно, хоть сейчас готов броситься к мячу сам. Иногда бывает строг, требователен, авторитет тренера непререкаем. Юные футболисты с гордостью носят футболки с надписью «Черноморец». Удивительный человек Матвей Леонтьевич Черкасский. Удивительные рядом. Специально для программы «Мир сегодня» Александр Лахман, Александр Беликов, продюсер Раиса Чернина, Бруклин, Нью-Йорк.